Сотрудники МЧС, полиции и ФСБ встали на лыжи. Соревнования между ведомствами прошли в пятницу в парке 905 года. Погода для этого вида спорта выдалась благоприятная. Сначала свою дистанцию проехали женщины. Дамы преодолели 5 километров. Мужчины проехали в два раза больше. Демонстрировать свою физическую подготовку им не привыкать. В рабочие будни они это делают ежедневно, да еще и с риском для жизни. Вот я сейчас посчитал, где-то 21 год назад я был чемпионом ВДССР. Это был 91 год СНГ, правда, тогда еще было. Вот. Ну и заряд бодрости и энергии спорт дает по жизни. И поэтому участвовать в соревнованиях, наверное, пусть мне и 42 года, наверное, и дальше буду участвовать. Но это действительно то, что нужно, то, что действительно необходимо человеку.